телефон так четко вообще хорошо. На АВ надо что-то настраивать. Вот на П это понятно автомат. А на АВ. Что-то темновато на АВ. И сошку? Ну так а как? Чушь я. А дайте сюда. Ладно. И туда кабачок притащили. Ну, буду теперь звучать. У меня там хоть папок не обработан, еще это будет сейчас там. Так что есть чем заняться. Ого. Снег как. Бегом включила. А у меня квадратик стоит, так надо, да? Сережа, а вон и лейки, вон они все. Выплыли. Нет, я отсюда не там, где надо. Да, там где лейки. Ну. Все нормально. Зеленый. А зеленый там. О, а где у нас вторая? Это стрелка. А где белка-то у нас? Вон она. Вон она. Я ее потеряла. Вон они. Тусуются где. Вот она. Вот она, красотуля плывет. Давай, давай, выплывай. Сережа смотрит на палку. Я знаю, она на вас прыгает. Водой окатила. Вон они. Она давно пришла. Ага, она уже была. Герда, почему я вставала на лапы? Она там. Ну где вы там? А, не записывала, ничего себе. Снимаю, ничего не включила видео. Пока привыкнешь. Лёд. Маша какая-то.
О! На этих это вообще кошмар. Кажется, тренировка. Вот. Тут хоть бы видео успели снять. Раз и раз, прыг скок. Тут все творят. И что бы Герта прыгнула? Ой, как же я выдержу тут до седьмого? Я не знаю. Что, не определились? На чем появились? На самолете? На самолете седьмого. А на поезде? Дешевле. О! Сейчас у нас как перешел приоритет. Да, ну, Ромат, я вот прочитал, там 80% снимают от приоритет программы, и ты проект сразу говорил. Надо было готовиться на фото. Прыжок будет, а я... Ну, почему бы прыжок? Одна вода. Сейчас, если залезет, я... Здесь плохо видно, это не видно, сколько минут снимаю. Там-то на ком видно. А тут... Ой, а сейчас нету этого фокуса. На видео. Как он недолго время. Да?